Откуда берется интерес? Сейчас многие говорят, что им скучно, что им как-то все не мило, что ничего интересного в жизни не происходит, и вот они так тоскуют. Да? Ну, на самом деле им не хватает интереса. Часто интереса не хватает, связанного с работой. Часто интереса не хватает в отношениях с другим человеком, он кажется каким-то скучным. Откуда его брать? Где он обитает? Ну, понятно, что интерес – это дефицит, да? Это осознанное незнание. То есть мы обычно с вами находимся в когнитивном искажении, которое носит название «незнание-незнание». Когда мы не знаем, чего мы не знаем. И вот наша задача, она состоит в том, чтобы наше незнание осознать. Конечно, это немножко некоторых фрустрирует, потому что люди хотят быть умными, разбирающимися, все знающими там, и так далее. Но культивировать в себе чувство, что я, возможно, чего-то не знаю, там еще есть много интересного, и в результате у вас возникают как бы внутренние движения по отношению к этому объекту. После того, как вы начнете к нему двигаться, вы не просто его воспринимаете, как он вот вам дан, иначе вы просто прочтете самого себя опять, спроецируете, что вы думаете на этот объект, и прочтете. Посмотрите это в разных контекстах, посмотрите, как это с разных сторон может и по-другому играть. И вы обнаружите какие-то дополнительные вещи, и связанные с вашей работой, и увидите, что человек, с которым вы живете, который вам уже приелся на самом деле, имеет свою собственную жизнь, у него что-то происходит, он какие-то задачи решает там, и так далее, несмотря что молча уткнулся в телефон. И вот чем больше вы будете себя ставить вот это состояние осознанного незнания, тем больше вы будете получать от реальности новых стимулов, новых фактов, и будете чувствовать, что ваша жизнь наполняется, а не как будто бы там, знаете, где-то пробоина, и водичка так вытекает, и вы такие по дну уже легли и несчастные там.